Ой, друзья мои хорошие, хотела так все красиво вам заснять, но не получилось. Завтрак у нас уже прошел, и на завтрак были у нас оладьи с медом. Вот у нас еще молодой здесь мед есть, вот такой. Вот это мы так завтракали, чай, мед и оладушки. Вот этот завтрак. Сейчас готовлю обед. Что я готовлю на обед? Вот такую курицу я в жаровне, я ее на ночь замариновала, утром поставила, и она уже почти вот готовая. И я в это время, вот смотрите, там столько жира, бульона, я туда заброшу вот эту картошечку, крупно порезала, морковки побольше. Сейчас вот этой приправкой я ее, в общем, приправлю и туда, в эту жаровню с курицей, высыплю эту картошечку. Будет очень вкусно. Приправа у меня, слушайте, она для картошки и грибов. Так, я уже посыпала. Я, наверное, соль не буду давать, потому что курица соленая, ну как соленая, в меру соленая, но я так думаю, с нее жир и бульон вот сюда в жаровню, в общем, стекло все на низ, и она, наверное, соленая. Сейчас попробую и туда заброшу сейчас на низ картошечку. Ну, в общем, я закинула картофель под курицу. И вот у нас теперь курочка на картофельной подушке. И еще поставлю минут 15, и картошка будет готовая. Курица, в принципе, готовая. Она немножко поджарится. И я потом в конце еще чесночным соусом приправлю. И все, можно будет обедать. Вот так, поехали дальше. Вот такой у нас будет сейчас обед. Курица, картошечка, вкусненько, очень вкусненько. И салатик. Вот такой салат с помидорками, огурчик здесь и перчик, и лучочек синенький. Ой, как это у нас вкусно. Нам приятного аппетита, а вам спасибо, что вы были с нами. Всем пока, до встречи.